Наркотик, смысл жизни молодежи на земле. В больших количествах опасен, но в малых популярен. А дальше убегая куда-то в тишину, хватайся за штурвал или пойдешь ко дну. Большая доза хороша, но не в этот раз. За раз ты выкурил все и получаешь экстаз. Тебе плевать на все, на помощь и на совет. Один лишний напас, это как бабочки эффект. Один взмах крыла и начался ураган. Если сказал про план, значит наркоман. Теперь не важно жить как гей или футбол, важно поднять себе кайф, чем забить главный гол. Смеяться в компании, слушать тупые насмешки и думать про себя. Ведь я король, а ты пешка, теперь наркотика да больше. Больше, чем нужда, даже не отходя от правил, не получить приза. Я синдром двух наркотом эфиром, он звучит как звон в ушах. Мат и шах, одна лишь доза в кулаке, сжимая твой излишний страх, стоп-кадр. Ты в дефиците, а двух лишних термоядер, ты как неандерталец, ты за дозу в рот берешь ему 21-й палец. Час в саде, ломка, стоны рота, газы, сука, сада, маза, в руке колеса, будь ты бы от красных мразей. Твой драк не то, что другие, он не враг, запомни, брат, рассудок в мрак, послушай мой рэпак, въеби штук 40 димедрола, ты видишь супермена в поле, Рассудок при нуле, расслабься, будь ты бы во сне, ты мне рамен, святая одиссей, ты презираешь, что ли, слабостью таких, как ты, людей. Ты гроза морей, конопля на всех полей, ты гашишь, курил и раком ставил местных королей, Небо тянет души, унося за собой цветы жизни. Так не всегда суждено, наркотики одна из причин величиной жизни. Обречена наша планета вымирать. Так давайте хоть словами направлять жизнь без наркотиков, людей которых эта зависимость взяла в плен. Вини тех, кто использует не по назначению. Совсем другое дело на лечение. Страшно покинуть землю друзей и близких, которые были в надежде любить и быть любимыми навеки. Страшно не суметь себя остановить. Страшно остальное все забыть. Кто вступил в ряд наркоман, лишь сам себя может удалить из этого клана. Врачи не всегда помочь в состоянии, на это должно быть свое желание. Созданные как лекарства, только в малых количествах. Так какого хуя употребляете личности? Их в больших дозах недалеко до передоза. И глазоносец создает угрозу насосу. Курить весь вредно, иными словами, пипетку в асфальт, раздави ее ногами. Химка, пластмасса, отрава для нации. Вот она, радость малолетнего счастья. У девочки закатаны глаза, пена изо рта. У мальчика отсутствует рука ампутирована. Взрослые тоже ничем не отличаются, с гнилыми ногами просто вену не попали. Вот с таким мозгом выжить просто невозможно. Половина его смялась, как он мял фольгу под газ. А сейчас закончились иллюзии, закончились мечты. Неужели так же закончить хочешь ты? Мы новое поколение 21 века. ДНК Рекордс, мафака.